Густые клубы черного дыма из окон всех 9 этажей одного из подъездов. Такую картину могли наблюдать горожане возле дома по улице 1905 года. Сегодня в первой половине дня. Возгорание произошло в подвале этого дома. Жильцы говорят, с утра там велись сварочные работы и, видимо, с нарушением техники безопасности. Впоследствии огонь по технологическим отверстиям в межэтажном перекрытии добрался до бытовой комнаты на первом этаже. Специалисты утверждают, что по правилам эти отверстия должны быть заштукатурены или заделаны каким-либо негорючим материалом. Однако этого сделано не было. В результате пожара огнем повреждено 7 квадратных метров. В этой данной бытовой комнате, где находились кресла, диваны и рабочая одежда. Жильцы в настоящее время пострадавшие пока нет, все находятся в квартирах. В подъезде было плотное задымление, люди подошли к окнам. Было принято решение через подъезд не эвакуировать, дабы не травмировать жильцов, и жильцы были направлены к окнам. Многие из тех, кто во время пожара оказался дома, действительно стояли возле окон, прикрывая лицо полотенцами, или одетые выходили на балкон, где дыма было меньше. Родственники, у которых в квартирах оставались дети или пожилые родители, с волнением ждали во дворе окончания работы пожарных. Внутрь никого не пускали. В итоге все потушили, дополнительно пролив водой возможные очаги возгорания. Обошлось и без пострадавших, если не считать напуганных жильцов в задымленных квартирах, которые не сразу поняли, где и что горит.